Всем привет! Сегодня я вам опять расскажу о четырех романах. Первый – это «Приятное удивление», второй – это «Неприятное удивление», третий – это «Представитель южной готики», и четвертый – это мрачный роман, но не южная готика, в общем, как-то так. Первый роман, о котором я хочу рассказать, это «Бернхард Шлинк. Чтец». Бернхарда Шлинка я решила прочитать, потому что очень много о нем говорят и очень много противоречивых отзывов. Например, Николай ругал очень сильно эту книгу, Дима, интроверт, наоборот, очень ее хвалил, а Людмила Личи, по-моему, прочитала ее и не особо прониклась, в общем, произвела на нее книга нейтральное впечатление, если я правильно поняла по отзыву. В общем, противоположное совершенно мнение, и мне было интересно, к какому лагерю я примкну. Начинала я уже читать с огромным предубеждением, потому что я единственное, что я слышала об этом романе, что он о любви взрослой женщины и молодого парня. Женщине 30 лет, а парню 15, по-моему. Ну, в общем, как-то в пределах. Это меня уже не особо радовало, ну, тема, честно говоря, совершенно не моя, но тем не менее, я начала читать, и я была очень удивлена, потому что это роман на самом-то деле о Второй мировой войне, а не любовь взрослой женщины и молодого парня, там совершенно на втором месте, и играет эта любовь не просто такую декоративную роль, а играет эта любовь, ну, такую очень важную ключевую роль для позиции автора. Бернхард Шлинк принадлежит к так называемому второму поколению немцев, то есть это те люди, которые родились во время Второй мировой войны, и вот когда вырастают, они уже отчетливо понимают все то, что совершили их родители, особо чувствуют вину и пытаются как-то это все исправить, искупить. И вот в этом романе Шлинк рассуждает, возможно ли это вообще, и каким способом искупить тот кошмар, который был, да, ту кошмарную роль, которую играла Германия во Второй мировой войне. Почему здесь вообще присутствует любовь взрослой женщины и молодого парня? Потому что как раз таки они принадлежат вот этим двум разным поколениям. Женщина принимала участие во Второй мировой войне, негативное участие, а парень эту войну не застал. И вот это вот, вот эти вот 15, да, там, плюс-минус лет настолько разводят по разным просто планетам этих людей, казалось бы, 15 лет, но вот именно эти 15 лет, именно в этот промежуток времени, именно вот эти вот два поколения, они просто стоят в абсолютно разных концах Вселенной, и им... И у них вот различия, отношения между ними совершенно особые. Также здесь поднимается очень тяжелое, такой тяжелый этический вопрос, связанный с сюжетной линией вот этой вот женщины, Хильда, по-моему, ее звали, и с ее участием в Второй мировой войне, с ее ролью. На самом деле, та ситуация, в которой она оказалась, я всегда пытаюсь ситуации, в которых оказываются персонажи, проецировать на себя и пытаться решить, как бы я поступила на месте того или иного персонажа. Ситуация Хильды меня разбила, поставила в тупик. Ну, я сидела, и мне даже было страшно думать о том, что я бы могла оказаться на ее месте, и что мне надо было бы что-то предпринимать в этой ситуации. Вот. Тоже очень интересный такой вот был момент, сюжетная линия, над которой мне было тоже очень интересно поразмышлять. И вообще Шлинк здесь ставит этим маленьким, сколько там, 200 страниц огромным шрифтом, этим маленьким романом Шлинк поднимает столько вопросов, и на многие из этих вопросов совершенно нет ответов, что как раз-таки книга оставляет после себя очень такое длительное послевкусие. Я очень часто вспоминаю до сих пор эту книгу, думаю над... судьбами этих героев и вообще над ситуацией, в которой они оказались, и мне очень понравилось действительно, причем это было настолько неожиданно понравилось, что я прям вообще еще в большем восторге теперь пребываю. Вторая книга, которая мне не понравилась совершенно, причем я этого не ожидала, это «Сантьяго Пахарес. Без обратного адреса».
Я эту книгу начала читать с огромным воодушевлением, потому что все вокруг очень хорошо, очень положительно отзывались о книге. Многие называли ее там одной из лучших книг там уходящего года и так далее, и так далее. И я подумала, как классно. Начала читать, и это было полнейшее разочарование. Мне книжка совершенно не понравилась. У меня было очень много вопросов и претензий к автору, причину которых я не могла для себя объяснить, пока не закончила читать книгу и не посмотрела на заднюю сторону обложки, где было написано, что Сантьяго Пахарес написал этот роман в 23 года. И все, все мои претензии отпали, всему я нашла объяснение. Очень мало писателей, которые в столь раннем возрасте действительно выстреливают. Ну, хотя, учитывая популярность этого романа, и что его даже перевели на наш язык, все-таки Пахарес, видимо, выстрелил, но не для меня. Как это сделал Жоэль Дикер, которого я в каком-то из своих видео очень хвалила, потому что в 26 лет он написал действительно замечательный детективный роман, сплав из всего того, что любит читатель. Он нашел вот все вот эти черты, которые нравятся читателю в детективах, в принципе, в литературе. Он их очень хорошо все объединил, описал. Видно влияние многих писателей в этой книге на Дикера. Но, тем не менее, книжка получилась очень хорошей и даже получила какую-то китайскую копию какой-то из премий. Не помню какой. Ну, тем не менее, хоть какая-то премия есть. Вот. Пахарес же... Этот роман очень поторопился выпускать, на мой взгляд, потому что ему стоило эту идею выносить в себе еще лет 5, набраться опыта, как литературного, так и жизненного, почитать еще больше литературы, чтобы вот как-то понять, как надо писать, потому что очень много у меня претензий. Первая претензия – это, что роман скроен очень плохо, и это сразу бросается в глаза. Например, очень много таких моментов, например, вот у одной из героинь склероз. И после описаний, переживаний ее родственников, ее друзей, ее близких, да, как это все отразилось на их жизни, то есть видно, что это написал сам автор. Идет какая-то сухая вообще вставленная сводка об этой болезни. Как будто вот он ее действительно вырезал, выделил из Википедии и вставил в роман. Склероз протекает в 5 стадиях. Первая стадия, у вас немеют конечности. Вторая стадия, у вас немеют голосовые связки. Третья стадия, у вас немеют легкие и так далее, и так далее. Откуда? Сделай этот кусочек хоть немного художественным, проработай его сам, переработай. Но он оставил его, как будто он его выделил, скопировал из интернета. И таких кусков масса. Один из героев – наркоман. И опять-таки, рядом с переживаниями этого наркомана, его близких, друзей и так далее, и так далее, идет кусок о том, как подсаживаются на героин и как с него слазят. Значит, слезть с героина очень тяжело. Это все проходит в 5 стадиях. Первая стадия, вы испытываете там жар, у вас поднимается температура. Вторая стадия и так далее, и так далее. Опять же, когда у нашего героя ломается машина, начинается очень длительное описание двигателя, как он работает, зачем он работает. Или один из наших героев айтишник, и тоже начинается описание того, как работают айтишники, в каких сферах, зачем они там работают и так далее, и так далее. Это можно объяснить неопытностью автора. Второе, что мне очень не понравилось, это жутчайшие, неправдоподобные персонажи. У нас в сюжете передний план занимает издательство. Не самое крупное издательство, которое, в принципе, прославилось только благодаря одному роману, который пришел совершенно анонимно на почту, и его прочитали и решили выпустить. И они не ожидали этого ошеломительного успеха, его начали переводить на множество языков, его начали цитировать, его начали изучать там в университетах. В общем, роман произвел фурор, и издательство разбогатело, и каждые 2 года начало приходить продолжение. Но вдруг продолжения приходить перестали. А деньги за этот роман уже получены, как бы гонорары уже растрачены, расплачены, а романа нет. И директор этого издательства посылает нашего главного героя-редактора отправиться на поиски этого странного таинственного автора.
аргументируя это тем, внимание, это очень важно, что, дескать, ты, редактор, очень хороший знаток человеческой души, очень хорошо разбираешься в человеческих характерах, ты можешь найти подход к каждому, поэтому поезжай-ка ты, найди этого писателя и уговори его продолжить отправлять нам продолжение его цикла. Наш главный герой отправляется в какую-то глухомань-деревушку, они там произвели множество экспертиз и узнали, что этот писатель скрывается в какой-то глухой деревеньке. Что делает наш редактор, тончайший знаток человеческих судеб и душ, человек, который может найти подход абсолютно к каждому? Он в буквальном смысле подходит к каждому человеку, которого видит и который подпадает под описание этого писателя, хватает его за руку и говорит: «Ты писатель!» Человек, понятное дело, пугается, что происходит, он пытается разобраться, он говорит: «Извините, что?» Но нашего-то главного героя не проведешь, он же тонкий знаток души человеческой, и он продолжает: «Да я знаю, что ты писатель, не притворяйся! Давай ты нам отправишь следующую часть романа, мы обещаем, что сохраним твою анонимность» и так далее. Тут человек, понятное дело, понимает, что перед ним какой-то умалишенный, еще и как-то агрессивно настроенный, и поэтому наш главный герой стабильно получает либо по мордасам, либо от него с криками, визгами убегают, по этой деревеньке быстро распространяется слух, что он какой-то сумасшедший и больной на голову. Очень взрослое поведение тонкого знатока человеческих душ. Он залазит на деревья, подглядывает за своими потенциальными писателями, как они занимаются сексом, потом с этих деревьев падает. Мне очень тяжело представить, чтобы действительно какой-то взрослый мужчина так себя вел, тем более которого характеризуют как такого вот очень хорошего психолога. И третий момент, который мне очень не понравился, это очень много мусора. Как-то Пахарес, опять-таки, видимо, по неопытности, он не умеет расставлять акценты в романе, и какие-то куски, которые надо было бы больше описывать, он о них упоминает только вскользь, а какие-то моменты, которые совершенно в романе не нужны, мусорные главы, он оставляет. Например, очень сильно меня выбило как-то в самом начале, когда вот этот директор подошел к нашему редактору и рассказывал ему, что ему надо сделать. И он говорит, что сейчас мы поедем, сделаем экспертизу печатной машинки, на которых были эти напечатаны рукописи, сделаем экспертизу отпечатков пальцев и экспертизу почерка, и составим портрет этого писателя. И начинается очень длинный рассказ о том, как они поехали в какую-то антикварную лавку общаться с мужчиной про печатную машинку. Описывается внешность этого мужчины, характер, его поведение, мимика, как эта лавка выглядит, как она обставлена. Потом они едут делать экспертизу почерка, опять-таки описание мужчины, что у него на столе, как выглядит его кабинет, зачем, это мусор. Можно было просто написать: мы провели экспертизу и выяснили, что у писателя 6 пальцев, что он живет там-то, там-то, что машинка печатная у него такая-то, такая-то, поезжай. Все. Минус 30 страниц. Зачем эти 30 мусорных страниц с этой абсолютно ненужной информацией, мне непонятно. В общем, мне кажется, что если бы Пахарес этот роман поносил в себе дольше, а не торопился его издавать и писать, он бы получился гораздо-гораздо лучше. А так пока 2 звезды от меня. Следующее, о чем я вам расскажу, это о романе Трумана Капоте «Другие голоса, другие комнаты». Меня Капоте интересует тем, что я никак не могу четко обрисовать для себя его портрет как писателя. То есть вот есть писатели, которых ты откроешь любую книгу, и ты поймешь, что да, вот это этот писатель. Ты можешь даже не смотреть на обложку, на имя автора, ты его узнаешь. А вот есть такие писатели, как Труман Капоте, которые экспериментируют в разных жанрах, которые постоянно какие-то разные. И вот я Трумана Капоте для себя определить не могу, я его не чувствую. Поэтому мне хочется читать его больше и наконец-то в нем разобраться. Этот роман не помог мне определить, что же за писатель такой Труман Капоте, потому что он опять-таки не похож на все то, что я у него до этого читала. Это южная готика. Все. Это самое важное, самое ключевое.
Это не та готика с замками и привидениями, это южная готика. В общем, я посмотрела все определения южно-готических романов, и вот они все идеально подходят вот другим голосам, другим комнатам. Признаки южной готики. Религия. Там она есть. Обращение к социальным проблемам. Расизм, нищета, насилие. Там это есть. Мотивы отчуждения и безумия. Там это есть. Герои южно-готического романа, глубоко поврежденные, несущие на себе бремя вины или отчуждения персонажей. Это все есть. Место действия – американская глубинка, часто характеризующаяся как обнищавшая и запустелая. Идеальное описание этого романа. Наш главный герой – еще очень юный мальчик, теряет мать, отца у него не было с самого детства, и отправляется жить к тетке. Но потом приходит письмо от отца, что я хочу выполнить свой отцовский долг и забираю мальчика к себе. Мальчик, понятное дело, он предвкушает, он весь полон энтузиазма, наконец-то познакомиться со своим отцом, понять, как он живет, увидеть, как он живет. Он приезжает в какой-то абсолютно обнищавший, запустелый дом, на какой-то окраине, отдаленный от всех соседей, и знакомиться с очень странными персонажами, с их очень странным бытом, с их очень странным прошлым, выслушивают их очень странные рассказы об этом прошлом, и мы видим, как меняется этот мальчик, как меняется его мировоззрение под давлением вот этих вот всех странных людей этого места и их прошлого. Персонажи все тянут за собой свое прошлое и не могут его никак с себя сбросить. Здесь есть и служанка, афроамериканка, которая подвергалась насилию, очень религиозная фанатичка. И вот она это насилие никак не может забыть, выкинуть, она им живет и живет и живет. Главный герой, который владеет всем этим поместьем, это алкоголик-гомосексуалист, который тоже когда-то в своей жизни любил и теперь не может это прошлое отпустить. Также там есть его сестра, вообще удивительно непонятный для меня персонаж, я так и не смогла ее понять, она какая-то, по-моему, умалишенная. Там есть паралитик, который не может ни разговаривать, ни двигаться, ничего. Там есть какой-то бродяга сумасшедший местный. В общем, очень колоритные персонажи, и очень тяжело слушать их рассказы, рассуждения, тем более, что все их рассказы о прошлом, они граничат на грани сна и реальности. То есть ты не понимаешь, ты читаешь какой-то либо сон, либо действительно реальность, какое-то такое муторное, зыбкое ощущение в этом романе все время, как будто падает тень. Очень интересная атмосфера, на самом деле, мне она очень понравилась, я обязательно перечитаю этот роман, и он меня вдохновил знакомиться больше с южной готикой, потому что мне действительно очень понравилось, хорошо Труман Капоте это все написал. Очень такая гнетущая, мрачная, депрессивная атмосфера, потому что ты понимаешь, что этот маленький парень в этом обществе, в этой компании, в этом месте, ну, станет таким же, как и они. И последний роман, это Сьюзен Хилл, или Сьюзи Хилл, не помню, у меня разряжается камера, я не могу отвлечься и посмотреть. Я в замке король. Я не хотела читать этот роман, я очень много о нем слышала, но читать я его не собиралась, потому что он рассказывает о самой ненавистной для меня теме в литературе, это о детской жестокости. Но, тем не менее, прекрасные люди решили его прочитать и обсудить между собой, и я тоже к ним примазалась, в общем, почитать, чтобы потом послушать их обсуждения. Так что сейчас будет, наверное, не мое мнение, а какой-то симбиоз всех этих мнений, что-то я у того человека цапнула, что-то у того, и сформировала свое собственное видение этого всего. Так что здесь должно быть еще два человека по бокам от меня сидеть. Мне этот роман дался тяжело, как я и ожидала. Значит, у нас есть вдовец и сын его, ему около 10 с чем-то лет, плюс-минус. Они живут в большом доме, довольно состоятельные, и мужчина приглашает к себе, в общем, экономку, чтобы она ему помогала по хозяйству, в общем, была его компаньонкой. И экономка приезжает в этот дом, переезжает в этот дом со своим сыном. То есть, в общем, идеальная картина, да, и написала бы эту книгу другая писательница, все, возможно, бы пошло в каком-то милом русле о любви, о дружбе и взаимоподдержке. Но этот автор, Сьюзи Хилл или Сьюзан Хилл, не помню, пишет в основном готические романы. То есть у него все мрачно. Так что на хороший исход,
хорошего исхода ожидать не приходится. Один из мальчуганов, тот, который хозяин, в общем, дома, он начинает ревновать и пытаться утвердить свой авторитет перед другим парнем. Он начинает его всячески изводить, показывая, что, в общем, хозяин здесь я, а ты только гость, тем более незваный гость. Второй же мальчик это все терпит-терпит, потому что он добрый, хороший, но потом в конечном итоге начинается их противостояние. Мальчики очень похожи между собой, что самое интересное. Они оба серенькие такие, которые, в которых в классе не особо заметно. Они оба трусы, они оба такие какие-то неуверенные в себе. В общем, только один из них, у одного из них все эти качества вот в каком-то негативном ключе проявляются, а у другого в позитивном. И вот начинается такое, такая война. Добра и зла, хорошего мальчика и плохого, светлой стороны и темной, в общем, продолжать можно дальше. В общем, которая приводит к очень печальному концу, который меня очень шокировал. И я не знаю, как я для себя оцениваю эту книгу, потому что мне читать ее было тяжело. С одной стороны, придраться не к чему, поругать автора не в чем, но удовольствия я от чтения не получила, от чтения таких книг я не могу получить удовольствие, слишком тяжело мне осознавать, что дети могут быть жестокими и настолько какими-то несправедливыми, ну, в общем, жестокими, да. Единственное, что это очень полезная вещь действительно для родителей, потому что почему-то многие родители считают, что дети это очень какие-то простые, да, существа, у которых все написано на лице, по которым сразу все понятно, но на самом деле это не так. И если бы родители этих мальчиков больше бы прислушивались к их проблемам, пытались бы в них как-то разобраться и не были настолько уверены в том, что они идеально знают своих детей, что там вообще знать, то, возможно, финал был бы другой. Но, тем не менее, эти родители, так же, как и множество других родителей, считают, что их чадо, в общем, такое, как и при нем, такое, как и снаружи, такое оно и, в общем, внутри, и со своими друзьями, и что вообще, в принципе, что может быть в детях плохого, да, это же ангелочки. Нет. Когда ты читаешь эту книгу, у тебя просто тебя она срывает розовые очки, и ты понимаешь, что дети – это далеко не такие простые, добрые, милые существа, какими мы всегда их пытаемся видеть и какими мы их хотим видеть, и что у ребенка внутри может быть очень-очень много плохого или очень много каких-то душевных переживаний, которые мы не видим, не хотим видеть. Так что книга, в общем, помогает, стимулирует больше прислушиваться к ребенку и больше как-то за ним следить и наблюдать. Вот такие вот были книги. Я надеюсь, вам было интересно и вы что-то для себя новое открыли. Спасибо большое за просмотр. Пока!